Леон, ты в порядке? О, Леончик, но дело дрянь, совсем дрянь. Леон, ты в порядке, он говорит. Ну все. Саня, ты в порядке. Крис, послушай. Ты должен спасти двух заложников с подводной нефтяной платформы. Агента Шерри Биркина Джейка Мюллера. Его отцом был Альберт Уэскер. Ясно. Крис, у него в крови антитела к Си-вирусу. Я понял. Выдвигаюсь. Отлично, спасибо. Подожди, Леон, я должен тебе кое-что сказать. Ты файный хлопец. А ты вон мертва, он сказал. Я люблю тебя. Понятно. Да, опечалился, надо было с Эшли из четвертого ремейка мутить. Я ж тебе говорил еще тогда, когда прохождение было. Что надо с четвертым ремейком Эшли мутить. А ты нет, не буду, просто к президенту отвезу ее. Вот, видишь, последствия. Consequences, как говорится, ёптать. Ну хрен, все еще стоит. 69 побеждено. А у меня ранг S, ты понимаешь? Причем вот, а ты, вот, вот, профессионализм, Руслан. Резидентский. Так, ладно, что там у нас по прокачкам? Да. Не, на самом деле миссия охуительная, я ничего не скажу даже плохого про нее. Так, очков дают очень мало, но мы справимся. Так, мы будем с тобой качать до максимала, мы потом, когда весь резик пройдем... Сделаем анонс, да, ребята? Мы ж потом другие режимы с тобой, да, попробуем посмотреть. Может, они в коопе тоже. Так, может, а мы очки дофармим, мы все нахуй прокачаем и будем с тобой вообще непобедимой машиной. Сколько, кстати, у тебя очков? У меня 21100. Имба Energy, согласен. Критический удар качать или лучше... Я, 20. Наверное, оставлю все как есть. Пусть еще накопятся они. Это рил мало, очень мало, 21к. Поэтому я усё, я пока не буду тратить. Чё там по сорокету стоят те, что нужны вещи, поэтому их нахер. Ну пока да. 1 июля 13-го китайские территориальные области или воды, я чё-то не понял. Хена. Гоу. Сигмы, чисто с этим. И качки. Ля какие, ну это тупо мы. Ну у Криса рукопашка крутая, он прям танкует так в монстров, это жесть. Да, физра любимый предмет была. Есть в этом какая-то ирония. Человек всю жизнь стремится уничтожить мир. Стремился. А теперь спасти мир может только его сын. А я должен здесь спасти его. Да, ты человек, убивший его отца. Ирония, как я и сказал. А, ну так он Вескера-то вынес, получается. Значит, чувак, который прилетел и аду ебанул, это сын Вескера был? Мужик. Походу. Правильно? На вертолете. Я еще смотрю на него, похож. Я просто не сильно с лором пятой жестко. Части до конца знаком. Yeah. И с шестом тем более. С шестым мы вместе знакомимся. Мой лор на четвертой части кончился и продолжился на седьмой. After we rescue Jake, I'm turning in my gun. What? Wait a minute. It's about time someone took my place. Романтика у них пошла. I'd be honored if it was you. Guys, I don't think I'm ready for that. Да-да-да. This far, haven't you? Ладно. Так, дайте нам 50 тысяч умений, и опять в умения мы прокачаемся за этот диалог. Мы дошли. И у кого только хватило средств построить такую штуку? Слушай, у тебя чё по патронам вот этим, которые на гранатомет? У меня прям нету их вообще. Всего, я все слил на монстров. У меня вообще ноль. 19 всего. Вот она и база, значит, подводная, какая-то опять водная. Капитан! Капитан! Да ты что?
Хорошо. Это мы. Скоро. Я представляю, как на максимальной сложности против монстров отбиваться. А у нас с тобой нормальная вроде сложность или сложная, я так не понял. Ну, не самая легкая у нас. Средняя, да? Нормальная вроде. Да, средняя сложность. Я всегда тоже среднюю беру на первых прохождениях, потому что не это... такие уж мелалки, да. Баланс вселенной. А, вниз. Понял. А чё, тут реально только с пробелом надо пододвигаться, нажимать его, да? По-другому никак. Пирс, осмотри территорию передо мной. Ну как в жизни? И что ж так получится? Тут ломающиеся коробки нового этого цвета. Пирс? Коробки реально это нового цвета. Это HD ремастер? Лестница есть. Не надо что-то выкинуть. Вот это выкину говно. С вашего позволения. Ой, как темно тут. Секундочку. Как темно тут. Так, это пиздец. Смотри, лицо об вентилятор не собери тут. Стоп, а что это за зона такая без нихера? Нам не сюда, типа, получается? Would be weird. Там еще лут есть? Так, сейчас я долутаюсь. Да нет, у меня был просто полный инвентарь. А, тут надо тебя кинуть наверх, на другую сторону, я понял. А там вообще ничего нет. Там просто зона, есть, та самая потайная, как ты мне тогда посоветовал. Это та зона, которая направо и ничего нет. Я полетел. По вентиляционной шахте не пройти, пока работает вентилятор. Попробуй отключить его сверху. Включай. Отключай. Так, подожди, где вверх? А, я все, должен по вентилятору, видимо, к тебе. Ну это же не вверх, это право. Да как слезть? На меня бежит. Это все хорошо. Это все хорошо, но все плохо. Я не могу это видеть, потому что мне надо под вентилятором пролезть. Ё-моё, тут эпик. Ты бы видел это, Влад. Тут есть потайная чашечка еще, кстати. Ну ты ее сможешь, наверное, ее взять. Эх, я никогда башку не вижу. Тут еще один вентилятор. Блин, там рил потайная чашка осталась. Тут какой-то бункер у меня. Ой, тут бункер какой-то. Сейчас найду кое-кого, да. Так, тихо. Возможно, там какой-то дед. Я нашел врагов. Я нажимаю какой-то рычаг. Я восстановил подачу тепла. Теперь люди могут спать спокойно, отопление будет. Эх, наконец. Так, монстры идут на меня. Два мужчины. Так, все, я их благополучно убил. Лут заберу сейчас. Так, что тут? Что тут на Ви? Что на Ви? Что на Ви? Что Ви? Ви писали. Нихуя нет. А, нет, тебе, ты должен ко мне я подойти. Я тебе нужен, но я не знаю, как тебе. Ну ты должен отсюда ко мне с двери с этой зайти как-то. Да, я никак не могу помочь. То есть ты тупо пропускаешь... Ага, сейчас я разберусь с врагами. Тарелочку. А, ты не шлут. Хотя, может, ее будет видно тебе здесь. Тарелочницу. Тебе же тоже, по идее, надо тарелку взять. Может, тебе ее сейчас дадут здесь? А может, он двумя руками это может сделать? Нет, не может. У тебя враг, да, там? А, ты открыл дверь! Ты здесь!
Тут так темно, у тебя тоже, да, темно? Где я? Нам надо нажать, смотри. Куда мы? На тарелочку? Ебать. Рус пропал куда-то. Почему? Блять, это что такое? Ты куда пропадал? А, ты, так, я не услышал даже. Короче, я зашел к тебе в лифт, и мы вот поехали наверх. Я не знаю, почему мы наверх поехали, когда нам внизу надо было открыть. Давай мы съездим внизу, откроем сначала. Так. Поднимай. Да, я не знаю, я наверх уже ехал. Как ты залетел? Это ты вот с этой локации приехал ко мне или как, я не пойму. Поешьте. Посмотри, вот тут тарелка есть сзади тебя, нет? Да. Ничего нету, да? Сзади меня. Походу нету, да? Ладно. Ну, не дали. Эх, зарубили таблетку. Которую тарел. То есть я мог на твою локацию сейчас прийти и пострелять там пацанов? Чекпоинт. Получается. Давай, инбой. Так, сейчас будет мега. Имба! Все, имбанул. Так, лут. Куча лута. Все берется, все естся, все пьется. Блин, жалко я не на твоей локе не побыл. Надо было, конечно, побыть. Фармовая зона также. Воу! Здорово! Мы там просто бесконечные враги. Вообще мощный. Как ты разносишь? Как ты сам? Ну а просто с двух сторон ему просто нашатали. Нарезали ему, что он не понял даже, где он. Так. Коробка. Коробки, коробки, много коробок. Где я? Целая одна коробка есть. Так, где? Так, а ты вот. Коробку, да, не забудь. Все, пошел, ты гранатомет решил слить полностью, да? Хотя это самый ценный патрон. Просто много места занимает, не могу ничего взять. Самый ценный патрон у меня. Самые ценные патроны в моем патреоне, да? Да. На Бусти, кстати, подписывайтесь, ребят, кто хочет посмотреть уникальный контент. Даже, даже там выйдут серии второго сезона Resident Evil тоже, кстати, нашего шестого, который мы сейчас проходим. Там будут более расширенные эпизоды, где мы бомбили. А на Ютубе будут более сокращенные, да. Поэтому, если хотите увидеть всю эпостась этой игры, то на Бусти, ребят, это все будет. Кто фанат и ценит. Так, давай пробежим, ценности. Глянем тут. Традиционный. Ясно. Коробок вроде как нема. Давай с двух сторон, видимо, нам. Подожди, сейчас я приду. Коробки. Сейчас есть я поднимусь. Какая-то лестница есть. И наверху есть. Пробеги по кругу, может будет. Ничего. Да-то что? Ну раз я туда поставил. А нет, есть одна коробка. Целых 50 поинтов. Чисто очки для шахмат и все? Это было сильно. Я вам скажу. Да. Это была сигма, пацаны. Что так мало? Сигма. Опять таймер пошел двухминутный, смотри. Всем симпа. Engaging airlock. Connection to research block initiated.
Ну это жестко. Ебать, это вот эти штуки со спинами сейчас будут, что ли? А, да, выжила. Да, это невозможно просто. Ада выжила. Я же говорил, это Ада, она фэк, фэк. Да, по-моему, ни в одном резике такого рукопашки нет, как в шестом, блядь, по-моему. Цените, кто имеет. Бля, зачем она разговаривает? Она не дает читать даже, сука. Что там она? Там такое, такая инфа идет. Ладно, мы потом на просмотре с тобой почитаем. Она просто бомбит. Ты, кстати, смотришь серии, которые мы записываем? Ааа, бля, меня ебут! Они же еще не вышли. Бля, на меня накинулась муха, она мне все хп выпила, прикинь, все. Если на тебя муха нападает, она все хп сжирает у тебя. Пиздец. Я понимаю. Но мне пиздец. Это... Как можно мух? Нет. Извините, пожалуйста, все, люди. А как можно так мух дефать? Как от них убегать? Прикинь, в меня залетают мухи. И пиздец. Че, у тебя нет хлопушки? Они снимают все хп. Насчет серии, которые еще не вышли, они же выйдут. А те, которые мы записывали до этого, ты что, их не смотрел, получается? Да, тогда надо посмотреть, как выйдут. Ты смотрел их? Как они же вышли, сколько, полтора года назад? Уже давно. Ребята, а вы смотрели их? Ну да, они же вышли полтора года назад. Или опять я один смотрел. Ставьте лайк, если посмотрели. Так, у меня нету хуйни. Вот этой, которая световая граната, вот шумовая. У тебя она есть? Нам надо для мух ее, походу, потому что у меня их нет. У меня нету ничего. Мухи очень больно. Мухи очень больно делают. Так ты шо? Для мух. Какой верх? Я вообще просто наверх залез и тут как. Как ты там оказался вообще? На котором я. А лестница? Я думал, ты где-то с центра залез. Ой, нет, это было. А чё ты лежишь? Вот, ты чё делаешь? Да, подыхай. Ебать. Сюда, подайте мне Жданос. Ой-ой, такой же. Напряг пошел, лютый. Так, мне дали немножко баллистических патронов, это хорошо. Пару. Она жестко ест, ты заметил? Ой, муха меня ест, Влад, муха меня ест. Так она все равно успевает много съесть. Надо, короче, просто вот так жестко. Я ж про это и говорил, она мне все хп, сука, и съела. Ублюдище это тупое. Согласен. А у меня не было гранат, поэтому я ничего не смог сделать. Да, гранату ее. Мохи это вообще капец какой-то. Я умираю от кринжа, когда с ними дерусь. Зато с них, кстати, лута много выпало. Там я много штук взял. Это хорошо. Да, беги ты, бей его, ё-моё. 40 секунд.
Бей, беги. Давай, давай. Рестлинг включай. Крис. Мистер Редфилд, у тебя классная сестра. Мне нравится. Так, у нас 20 секунд, что делать? Сейчас я тебя подсыплю, чекай. А, подожди, может это просто на выживание дается столько пацанов, а все? Чилить? Принципе, ничего же не должно взорваться, по идее. Я надеюсь. Просто выживи, говорит. Иначе куда мы успеем тут не успеть? Да, да, мы успели. Все, все нормально. Этого я убил. Сначала кто будет убивать? Нормально, Руслан, что ты начинаешь? Ой, еще есть. Да. Выживание кончено, но пацаны идут еще, нифига себе. Блин, какой рестлинг тут жесткий, офигею. Прям могут, пацаны. Согласен. Какой надо в театре показывать? Соглы углы. Сейчас. Я хочу, чтобы ты это видел. Смотри, сейчас я его тут выровню, пацана этого. А, все, я к тебе. Это фарм пошел. Все, они идут и идут. Да, господи. Во, да. Я тебя вижу. Так. Если ви зажать, когда возле двери, можно видеть чувака. Ясно. Да. Типа, где он, что он делает, почему он там, не тут. Кто мы и откуда, откуда? Дайте сохранение, Крис. Рад видеть, что с тобой. Вот сейчас это будем мы. Погоди, это ты нас освободил. Что ж вы снова... А, что ж вы снова приходите к нам на помощь? Надеюсь, не та самая. Ты похож там на своего отца. А, так нет! Нихера, там это вот этот же сын этого Вескера. Ну? Это он? Кого? А кто тогда эту убил? Аду. Там был на вертоле пришел чел на Вескера похож, помнишь? Другой. Не знаю. Я думал это он сын. А что, брат-близнец? Возьми своего щенка на поводок. Крис? Так он же правильно убил, ну, это же как бы зло. Драма. Уин. Tell me. We just following orders? Or was it personal? Is it personal? Хорош. Both. Вот это поворот. Жесть, он сейчас пернет. Ровненько, даже черканул щеку. А ухо, что? Ухо почему не отлетело? Пуля же не может так сделать. Я... Так, осуждаю политику. Видишь, это не Трамп просто, понимаешь? Окон какой-то. Че там, кто падает? Ребята, я думаю, вот это какой-то лифт. Нам надо идти туда. Это давайте вот выбираться. Чё, нажимай. Там что-то осталось. Симуляция выпуска хаоса. Заражение 20%, 60%. Нихера себе, как быстро. 100%. Давай, это конец света. Если мы его не остановим, значит, если этот гигантский кокон вылупится,
то у нас будут неприятности. Тебе надо встать там. А, да. Что-то они медлят. Они с той стороны должны 4, еще 2 включить. Что такое? Потом еще этот Леон с Хеленой. И такая Ебать тут Колизей. Тюремный. Да, Колизей. Стреляй, вот, стреляй! Да, так у нас тоже есть. Ты куда кипнул для партии? Мне написано, игрок. Мы деремся. Ты со мной? Все, кажется, мы деремся с тобой. Да бля, я не хочу перезапускать. Не, я не с тобой. С тобой бот. А вот бот. Что бот. Делать будем тогда? Что надо сделать? Можно умереть? Разумнуть? Тебе на прибор надо идти и потом дадут. Фак. А, перезайти, но тебе это надо идти же до сих пор, поэтому надо потом у тебя играть. Фак, е. Yeah. Ладно, мы тогда на этом, ребят, закончим. У нас был жесткий рассинхрон. Вот. И мы продолжим в следующий раз, как говорится, все это дело проходить. Просто остались. Вот здесь рассинхронизировалось, вроде на нас напали, да, тогда? Да. Вот сейчас начнется вроде толпа ребят. Готовь автоматы, там пистолеты. Да. Да, пошли какие-то там, спецназ какой-то налетает, смотри, сейчас. Прессуют уже, смотри. Хороши. Так, а нас что-то не прессуют. А, прессуют. Все нормально. Все, пошло дело. Что-то у меня какие-то звуки очень громкие. У тебя тоже, да? Как будто само отстроилось. А, по-моему, так же. Да? Придется типа тише делать, что ли? Yeah. У меня просто, видишь, этот, дорожка, она идет, короче, вместе с твоей, типа... Ой-ой-ой, тут какая-то это коконская штука, смотри, сверху. Мочи ее. О, кто-то взорвался. Он еще живой? Кокон этот? Коконат. Ух, это кто? Ты че? Иди нахуй. Блин, Рус, ты зачем так сделал? Ты из этого, с гранатомета в меня прыгнул. Это снайперы! Надо их снайперить снайперов. Да, блин, это... Это ты так делаешь? Зачем? Не-не-не. Тут как-то больно. Это же человек, потом снайпер стоит, допустим. Блин, с чем они? С гранатомета снайперят, что ли? Не-не-не, прицел. Красный. Руки трясутся, как алкаш. Ну. Как маты теряются? Да блин, сколько вас, а? Пацаны, издевайтесь, что ли? Очень много, ребят. Очень много. Отличись давай. Поехали. Ой, они еще это обращаются в этих. С просьбой к нам. Да, блин, перезарядка, угомонись. Перезарядка-то вечная просто. Призрачная встречная. Призрачно все в этом мире бушующее? Да, окей. Есть точка G, за нее держись, вот это, да? Есть только G. Какой высокий замок. Нас состыкуют или нет с этой штукой? Можно прыгнуть? А какое странное место, особенно камера, которая поворачивается очень странно. Джаба вылупляется из шестого Star Wars. Джаба Фетт, да. Да-да-да. Ой-ой-ой, это что за осьминог? Фига себе. Слушай, выглядит он прикольно, вот этот товарищ. А то Гамон? Он такой, знаешь, Dark Souls-ный какие-то.
крутые моменты. О, да. Сейчас смотрю, у него две щупальца откажут, а тремя он будет с нами драться еще каким-то образом. Вот так, Октавиус. Че, серьезно? Очень жестко. Да. Блин. Ну, блин. Поехали, мощно. Снимайте гранатометы, товарищи. Не понял, пробел, че? Че делать надо было пробелить? Я не знаю. Подожди, тут куда Е? У меня не был. Капитан! А по... там было QTE, но это же так быстро, как это успеть? Пробел? А, по-моему, на лестницу залазить. А, я думал, пробел это ему сесть на руку там что-нибудь ножом как-то. На лице. Я думал, пробел возле него делать. Так, что дальше? Понял. Да бегишь ты, пробел. Еще будет лестница, нет? А, так это, блин, я понял. Это Subway Surf, короче, надо бежать. Теперь, да, надо с пробел... Это как с лодками, только убежать от монстра, блин. О, лодки. Да, лодки были кринж, конечно. Все еще мне снятся. Кстати, лодки еще тоже не вышли на канале. А вы поймете, когда поймете. Вы поймете. Мы-то понимаем, мы-то помним эти вайбы. Уже почувствовали. Тут надо прям бежать, бежать с пробелами, я понял. Да залазь скорее. Все, я сразу сюда. Окей. А ты куда уже пропал? Тебя не видно. Вперед, по паркуру. Девятый район. Какая тут ужасная, конечно, камера. Нави. Давай, посаживай. Давай. Ну, засаживай, засаживай. Давай. А мне с пробелом, да, надо будет? Правильно? Ну ты видишь, что происходит? Ну это ж, блин, вообще. Ой, как я не люблю вот эти вот штуки. Знаешь, что, в чем проблема? Камера, когда, которая просто берет и отодвигается. Да, неудобно. Это для консольщиков делать. Очень неудобно. Геймпад. Можешь реально геймпад подрубить? МБ, жалко, у меня нет. А ты, он там еще не появился, где я тебе показывал? Надо глянуть. Короче, это жесть. Это жесть. Реально на геймпаде, походу, надо в это играть. Там надо было V быстро нажать, а потом что? Интересно. А, потом я не знаю. Потом-то не знаю, я тоже, ну. Сейчас V нажимаем. Давай, сразу. Вот, а что делать потом? Мне вот интересно. А, тоже V, давай, лови. Хорош. Волну. Поднимай меня. Жесть, отлично. У тебя QTE было, да? Все, мы бежим дальше. Закат. Хорошо. Чё, блин, за камера, такой? Что он сделал? С камерой что-то или что? Хотел за яйца, походу. А, надо теперь мочить его, походу. А, мочить его надо? Точно. Let's go, нет, он отпустил, бежим. Немножко мочим, а потом let's go. Блин, опять камера повернулась, да беги ты! Он не бежит. Ой, как это плохо, Ну, Рус, у меня с камерой вообще задница полная. Понимаю. Он сейчас упадет, ну... Но он не успевает. Но он у меня капитан. Не успевает, а мне капец. Капитан! Блин, ну это камера. Скажи, что не сначала, пожалуйста. Надеемся. Я не хочу сначала. Есть его, урод. Ты серьезно? Ну, Рус, там реально с камерой полная срака, если чё. Просто камеру вообще мышку не вязать, на клавиши. Так, я так и делал, так она поворачивается потом сама по, как, ну, дефолту, что ли. По-ублюдски. Я не знаю, как это у тебя происходит, но вот если будешь с моего лица потом это смотреть, ужасно. Это жесть. Это как, знаешь, в игре Little Nightmares, там тоже подобная задница была, короче, но она... Не такая выраженная, конечно, еще даже получше. Давай, лови меня. Мы сейчас стреляемся вроде, да? Сейчас бежим пока. А, нет, вот сейчас. Сейчас, по-моему, будет. Так, бежим. Он камеру эту ломает вообще по-черному просто.
эти... Ненавижу, ненавижу эту штуку, ненавижу эту штуку. Тут еще скользить можно, кстати, успевать, но это невозможно, мне кажется. Это все для понтов. Ой, как плохо. У тебя тоже как это все сверху вниз показывается? Да. Как это ужасно. Как это ужасно. Идите в рот. Да сколько же? Опять Ви, что ли? Ага. Ну, где? Где? Давай. Поставил. Давай, 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 скорее. Меня лови, скорее. Рус, давай. Давай, лови. Давай. В этот момент прям сломал. Сейчас будем драться, походу, с ним. В этот опять момент же встал. Опять сейчас будем драться, да? Все, опять зародил. Давай. Гранатомет, на, хорош. Сразу с гранатометом. В мозг. Все, идем ви, опять ви, ви. Ви. Давай, ви, ви, ви. Ви это Влад. Ви. Я же из Киберпанка. Ви, как бы, да. Давай, давай, лови меня. Где Ви? Ну, Рус, ты где? Не дается. А, это катсцена? Ты, походу, прилетел. Пробел, 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 давай, 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 давай. Все, я КТЕ у меня было. Давай. Хорош, маняр. Так, все, отлично. Бежим опять. Опять бежим. Направо. Да, понял. Это... Ага. Ой, успели, ой, успели. Какой, какой сюр. Какой кайф. Мы еле выбрались из этого хлева, я офигею. Что за бред? Из этого ада. Вообще капец. Да, ад не монстр, монстр классный. А ад это его управление, вот это сраное. Чё я гранатомёт? Куда я выкинул его? Это в сердце, наверное, нет. Сердце у него в голове. Я гранатомётом промазал? Хорош. Сейчас бы тратить гранатомёты. Да, у него оно, у него там в ушах где-то, короче, слабое место. Я понял. Я сейчас, кажется, убьёт. Ладно, просто бежим. Хорошо, а куда бежать? И зачем? Тут есть коробки. Слабое место где? Я не знаю. А, ну, может, слабое место вот в этих ногах? Или голова все-таки? Непонятно. Что у него простреливается, что нет. Я не могу понять этого. Так, дал в голову, ему пофиг. Я думаю, вон, сердце у него мигает. Ну, у него показывается на голову, на лоб, типа. Но там не дамажит ничего ему. Я думаю, чисто как моделька. Типа, вот он где. Так, вот у него внизу, видишь, там, типа, слизь. Вот, может, туда и стрелять в печень в эту ему. В основании, ну, видишь, у него на спине там, видишь, периодически красным свечится. Может, ее и надо? Зачем тебе голова показывает? Ладно, допустим. Надо в него залезть? Не надо в него залезть. Тебе уже дамаг нанесли сейчас от него, да? Хороший, да. Вот у него там какая-то печень включается, вот, мне кажется, ее и надо. А, так в голову, Рил, цель-то там, смотри. Хорош. Смотри, он начал офигевать. Помогай, Рус. Он падает на меня. Он упал? Он умер? Помогаю. Все? Куда его бить? Никуда. Я ему в голову нафигарил чередой, и он умер. Вперед. Мне кажется, если бы мы с тобой там были, мы бы уже умерли, не? В начале. Да. На заставке. На первом же зомбаре, скорее всего. Пирс не успел пробел нажать. А нет, нажал. Нажал. Ты в порядке? Бывало и лучше. Короче, вся сложность монстров в убегалках, а так он никто. И в камере. И камере. Камера вообще, да, отдельно. Камерон Диас. Ты такой водитель? Выкупил. Загрузка. О, наконец-то вернули управление нормальное. Что там было? Так, на положил кто-то. Переключаешь. Не понял. Ай, да, еще живое что ли? Фига он рестлер, смотри. С спинкой упал, ты видел? А, тут с пробелом, давай, поднимайся с пробелом. Это вообще кто по лору? По лору? Кому? Я не знаю, я шестую часть не знаю по лору. Не изучал. Ну, я так понимаю, это точно не Немезис. Это какой-то непонятный.
Господи, куда идти-то? Камера ломается. По рукам стрелять или чё, Рус, ты где? Наверное. А ты где? Я вон на дне. С тобой падаю в лаву. Я что-то не понял, там ни КТЕ, ничего не было. Можешь либо руку победить, либо ее пробежать. Два варианта. А как пробежать? Там же стена типа. Давай с гранатомета ему сразу. У меня, правда, один выстрел только. Так, у меня ноль, могу помочь. Ладно, ну давай со штурмовика, с дробовика попробуем. Son of a bitch! А может, рил с гранатомет? Капитан, мы out of time! We gotta go! Давай ползем, ползем, ползем. Ну-ка, я побежал. Я пробежал, вот. Пробежал? Да. А как присесть? А, надо, короче, успеть. А, все, там скользишь, типа. Там со скольжением надо, со скольжением, да. И я в полный рост пробежал. А мне надо скольжение нажимать. А бежим, бежим, на похуй. Дальше бежим, на похуй. Да не бежит, ну смотри, он тормозит, он, бля. Давай, давай, сейчас добежим, блядь, обязательно добежим. Вот, не, ну теперь уже нет. Да нет, он не дает. Может, надо дать в руку и пробежать? Да. Не знаю. Может, еще граната, если она есть. Я так понимаю, член команды, он за капитана, типа, всегда это. Если капитан, то капитан ведет же этот бой. Он всегда поэтому и говорит Крис. Крис. Блядь! Крис, видимо, как главный герой погибает здесь, поэтому он орет Крис. Это так, видимо, и работает. Бежим. Вот, то сейчас не дает. Сейчас не дает, козлина. Может, надо поменять окошко? Нет, уже нет. А, лодки. Короче, я так понимаю, надо по руке железно бахать, не? Да, по-любому, чтобы он такой, ай, блядь, отпусти, нога. Видишь, он и говорит, бежать. Каптейн, видишь, он говорит, всегда капитан, типа, хотя он тоже здесь был, и он тоже умер. Хотя он тоже заруинил. Да, скорее всего, проблема вот именно в этом и есть. Я забил удос, это же не важно. Ну да, ну блин, просто мне всегда, я всегда не понимал, как это работает. Короче. Давай, короче, сразу сейчас ему с дробовика по руке фига. Да. В лапу. Captain, we're out of time, we gotta go! Да поднимайся, бля, ты. Вот сейчас я руиню. А нет, я залез. Да, в руку. Да, бежим. Да, он от руки офигевает, рил. Да, рил ток. Все нормально. Я ему тоже сейчас дробовиком нафигарил туда. Давай, сразу в руку ему. Да, 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 все, прям, я ему прям в эту, прям в ладонь, короче. Дал 5, так сказать. Дал 5 с дробовика, да. Зачем? Зачем? Что это? Вот, я держу дверь. Я пробел нажал, я понял, тут КТЕ. А, бля, дверь падает, Влад. Да, я успею, у меня камера такая ужасная, но я забрался сам. Все, ты дверь держал, хорош. Так, Ви. Но Ви это Виктори, поэтому все правильно, они правильно говорят. Ви, Вендетта. Да, Вендетта, кстати, смотрел? Конечно, кто не смотрел? Гай Фокс. Да. Гей Фокс, это ты? Веселая лиса. Да, беги! Беги, Влад! Меня прихлопнули как муху. Тебя прихлопнули в этот раз, реально. Просто буш так. Плюха. Мы сегодня заметил, как мы рестартим часто, мне нравится. Как на лодках прям. Ну, на лодках мы застряли, а тут хотя бы мы продвигаемся по мере вступления. Я на лодках чуть-чуть. Просто тут ультра КТЕшная вся история. О, хорош. Это идет хайлайт. Да беги ты, что ты стоишь, конченый. Да ты серьезно? Я не понимаю. А что случается, КТЕ? Или что там?
Нет, ну он мне просто не дает вперед бежать и говорит, стреляй в него, наверное. И обрати внимание, камера, да, поворачивается по-уёбски. Заметил? Да, вообще. Как будто на что-то намекает. Камера реально поворачивается по-ублюдски. Она просто... У меня вообще, я не знаю, как он бежит вообще. Ай, бля! Застрял! Все нормально. Ну вот сейчас вот... Зачем вот так поворачивать камеру? Нахера просто? Да. А, все, бежим. Обоих. Просто. Мультикил. Нет, а как дверь закрылась, и он в этот момент успел ладонью прихлопнуть, я не понимаю. Он что-то умеет. Как он через дверь это сделал, я не пойму. Что-то босс какой-то на читах реально. Анимация закрытия двери прошла, и он выхватывает. Нифига себе. Молодец какой. Просто бежим. Посторонись. Бля, страшно. Я вообще не понимаю, что делать. Ты пробежал, ты успел? Я просто бегу, да. Не стреляй, ничего. Мы успеваем, мы что-то делаем. Как в фильмах. Как это плохо. Как это плохо для 2012 года сделано. Почему в игре Прототип 2 даже было лучше, я не понимаю. Хотя она вышла в тех же годах. Я себя заруинил ради себя. Ради себя. Так мне надо стрелять в него. Он же это не должен. Человек. Но он не должен его убить, но не бывает. Ну от этого должен был. Убить его, мать, ты сломал руку себе. Руслан, ты порвал себе руку об него. Да. Он кидается какими-то. Слушай, вот это точно, наверное, не очень. Ну ты не должен умереть. КТЕ? КТЕ? КТЕ, что будет? Я готов, Ви пробел держу, давай, чё? Бля, у меня нет руки! Я чё, сейчас себя в вирус захерачу? Или чё это? Не надо. Не стоит. Влад, я должен за себя в вирус захерачить. Ты должен, я лежу. Лежи, брат. Я не могу ничего сделать, я не могу вырваться. Он меня держит. Я ползу. Я ты лежи, вижу. Я ползу. Я тебя вижу. Ты чё, будешь себя вкалывать эту штуку? И стану гигачедом. Ребята, мы походу в концовочке подходим с Русланом. Ставьте этой F головы. For F. Да. Да, ставьте F, ставьте лайк, почему? Я себе в плен. Скорее всего, уже на финалке этой главы, ребят. А, дедло! Да ну, серьезно, мы пожертвовали. Ради вас, дорогие телезрители. Телезрители? Ну, кстати, YouTube, да, сейчас как телек становится, на туре скоро. Вы сейчас на вваливать. В ВК, да, куда-нибудь. Ё-моё. Ну, пригодится. Он стал прототипом. Короче, я убер-пушка. Но! Но! А что делать? Сейчас, секундочку. О, я сейчас ебану жестко. Ой-ой-ой-ой. Его режут дверью, смотря. Я жив. Я могу Чидори! Давай, ебашь, Чидори! Боже правый, Пирс, что ты творишь? Ты в адеквате же, правильно? Я Саски! Мы его победили? Серьезно? Да. Влад, тут эти. Коробки с лутом. Я хоть и мутант, но лут не нужен. Ты хоть и мутант, но ты в адеквате, я смотрю, да? Но я Чидори. Ты со мной не можешь разговаривать в режиме мутанта, как я понимаю. Разум, рассудок-то все, да, у него? Да, улетел от мощи. Давай сюда еще сходим, здесь тоже что-то есть, скорее всего. Restore pressure? Что там с давлением? Ну-ка, оставьте. Сейчас, секунду. Я пока это... Дайте лут собрать, давление уже спускают. Там не надо ничего делать такого. Не надо спускать. Да, не поднимайте нам давляк, пожалуйста, в голове. Ладно, я так понимаю, все, к дверям пошли, погнали. Ну и чё, пробел? Давай. Снижение давления. Да идите его, твою мать, опять что ли? Ну да, это последний босс по-любому в этой главе. Смотри, он возрождается. Он возрождается периодически. Ему теперь можно в оба легких стрелять, смотри, у него в легких там шут. О, видал? Нормально. Да, я вот пинаю. Нормально, давай. Тихо, сейчас я ему со снайпы дам в легкое. Все, я ему просадил туда, неплохо так. Но он живой еще почему-то.
что я ничего не буду делать. Я прям ему настреливаю туда по-страшному. О! Тихо. Все, этот водитель стал поменять. Вадим. Вадимом. Нет, этот Вадим еще жив. А вот так надо. Хрена. Нифига ты ему просто просадил. Все, для меня все кончено. Я кончен. Так он еще же не кончен. Ну он конченый, но не настолько, чтобы мы его победили. Давай ему в пузяку, давай. Зимашему грену надо дать. Ё-моё, это аниме какой-то. Давай ему кинем грену. Вот такой грену. Все, он радостный или нет? То сколько эта перезарядка может получаться? Блин, этот Крис, реально, он как это... Перезарядка, блин, часто это прям... Кто за волк это Крис? Сбивается просто. Он какие-то коконы. В смысле, ты умер? Я мутант, я не мог умереть. А почему ты умер? У меня, видать, закончился заряд, а на зарядке далеко, поэтому... В смысле, у тебя заряд кончается и это поднимается? Да не, хп обойдет. Есть понятие перегревания пушки там в шутанах, но что здесь-то? Окей. Пирс, сражайся. Действительно. Он Какузу, у него много сердец, ты заметил? Да. А ты Саски? У вас вообще нет канона? Он же не похож, ни на Дейдару, ни на Зетсу, ни на кого. А, ну на Зетсу похож. Ребят, кто не в теме, мы про Наруто. Если у нас нету аниме зрителей. Ну они есть, но если в резик, то есть их нет. Это определенно Какузу. Вот я два сердца снимаю, еще три остается на этом запасе. Вот, рассыпался. Ой, их двое стало, летите вы. А, так я беру обои. Все. Беру обои? Ведьмон собрался делать? И пошел, да, давай запишем серию сначала. Так. А, когда он лежит, не дамажится, понял. Дождитесь окончания снижения давления. Да-да-да. Мне кажется, давляк нарастает в нашем сражении. В нашем коллективе. Так, он опять залез туда. Окей. Вот сейчас тебе надо выживать, там, что-то ты умер после этой фигни. Я сейчас буду тупо просто и все. Все, я ему по бочине накидываю. О, нормально. Осталось, да, там немножко, судя по всему, у него, смотри. С другого бока. Опять перезарядка. Крис, я тебя сейчас... Крис, ты как этот, ты не будь как этот, как чумачечи. Я понимаю, что ты любишь фиксировать врага, но давай не сегодня. И Саска! Саска? Да. Пожалуйста, дождитесь окончания снижения давления. Нет, там что-то происходит. Давай, сейчас грену ему. Грена что-то дает? Нет? Рост, ты не находишь кое-что странным? Это что? Давление снижается, а у него по новой два вот этих вот сердца отрастают. Подозрительно. А где находится сам снижитель давления? Мы можем как-то это отслеживать? Ты не видел? Я не знаю. Сколько оно должно снижаться, мне интересно. Уж пока мы его не победим. Да, но у меня патроны, им приходит конец, тихонь. Как у тебя там с ним? У меня бесконечная зарядка. Вот я ему там отстрелил боковину опять, но у меня маловато остается этих патронов. Понимаю. Неприятно. Прям плохо, у меня прям патронов вообще нет. Патроны, они как воздух. У меня остался дробовик, но давай пробовать с дробовиком. Это очень сумбурный и непонятный босс.
Но в то же время он. В то же время он неплох. Фак, отойди. Чупальца. Да какой ты долг, давай. Иди сюда. Dark Souls. Это ты его останавливаешь этим чудовищем? Ой, я ему отстрелил только что эту частичку его. Нет, давайте, вот сразу. Скажи, что давление, надо убить его, пока он в коконе. Серьезно, как? А, в голову, лоу. А где голова? Где голова? Да, вот она. Убивай, пока он восстанавливается. Ему как-то пох. Так, я сейчас отлезу. Что значит, пока он в коконе? А, блять, может здесь. А как ты понял, что в коконе? Там написали, что пока он в коконе, надо его гасить. Он ну тогда сейчас... Нет, он... смысла с ним пиздец. Блять. Сейчас, да сейвы уже. Да ну иди нахуй. То есть мы только что просто теряли патроны зазря, что ли? Да иди. В коконе имеется в виду, что он пока еще не вылупился до конца, наверное, из-за вот это имеется в виду. Сейчас он, наверное, сядет в коконе. Так нет, когда он вылупляется, его надо в этот момент фигарить. То есть мы сейчас все патроны сливали в пустотень. Надо, видимо, до его вылупления из каменной, состояния из каменного, надо в этот момент его гасить, видимо. Вот сейчас из него вторая часть вылезла. Гаси ее, пожалуйста. Давай, бежим. Можешь это сделать? Она загашена. Ага. Вот сейчас он окаменеет, смотри. И вот в этот момент подойди сюда. Тетка должна подсказать про кокон. Пока он в коконе, но смотри, здесь сейчас открытых зон нету. Значит, надо мочить, когда он начинает вылупляться из него, правильно? Вот сейчас. Давай в это сердце ему, херач. А вот, надо вот так вот. А, да ты что, серьезно? Значит, еще надо будет в третий раз так сделать, потому что ты уже один раз так делал. Значит, мы патроны зря вхерачили с тобой. Печально, однако. У меня патронов почти нет. Напекали три патрона, на дробовике один остался. И на снайпе... А, на дробовике 0. На снайпе 3. Да, не забывай про нож. И перезарядка, конечно же, естественно. Все, у меня нет патронов. Камон, это бомба просто. С ножом я ничего не сделаю. Тут и отъехать можно. А коробки больше не сбросили, кстати? Не видел. Коробок больше нет. Ну это жесть. Смотри, Ру, сколько на сверху. Надо их фигачить. Так они нарастают по новой, смотри, все время. У меня патронов ноль от слова везде. Мне вообще нечего. Есть одна грена. И все. Ну, падай давай. О, хорош! Так что сейчас чисто на тебя рассчитываем. Так. У тебя патронов тоже нету, я так понимаю, теперь? Да у меня имба бесконечно. А, у тебя твои не отображаются, типа, да? Сейчас он должен теперь вылезти, да? Да, и я надо должен его гасить. Засунуть. Ты ему засунешь, и я гранату еще ему кину туда. Ждем. Чили. Так, надо засовывать. Давай. Засовывай. Все, еще грена там зашла. Хорош. Мега хорош. На, ты ему еще поджопник дал, но он еще живой, пиздец. Да, это чисто на дезморал. Бляха, муха, ну он вообще капец. Я он соскуфится. А, смотри, он опять залез в эту штуку, да?
Ну-ка на тебе световую. Световая что-то дает? Ну, он что-то упал. Он слепится, смотри, немножко все равно, да? Да. Ну-ка проверим еще раз. Да, она на него негативно влияет. Так он пускай, наверное, слезет, потому что я ничего не могу с ним сделать, пока он такой. Фак. Я думал, он как-то там это... Ты можешь сверху его брать? Не, у меня не такой длины. Во, он опять включает эту коконы. Рус, ну тут тебе надо, у меня вообще ноль. Я не знаю, что делать. Бегу на коконы, на коканы. Давай. Так, все, он снизу. Даю ему мощную имбу. Давай, давай. Ему похер на имбу. Эй, куда ты полез? Да что за человек? Он и ему, ему и на мою имбу. Ого, он отнимает хп. Нет, тут только тебе, камон. Ну и он нахер. Все, я посниму. Ой, тут, бля, нет, это не мой, это не мой день. Тут только тебе. Саске! Блин, это что за босс такой неадекватный? Как с ним быть? Это токсик! Он жесткий, капец. Это рил последний босс главы, это вы. Я чувствую жопой. Знаешь почему? Потому что мы слишком уж жесткое. Потому что, может, меня руку отрывали нахер. Нет, мы с ним просто долго деремся. Я ему ножом, так, я ему ножом живот порекернул. Смотри, оба. Меня откинуло, больно. На 3 хп. Я ему что-то ножом сделал. Снижение давления почти завершено. Во, мы движемся куда-то. Хорошо. Короче, можно было патроны сильно не тратить. Можно было бы просто это... Вот так вот, как ты предложил. Ну, как тебе дано делать. Делать и все. Нафиг я потратил все патроны. Бля. Ты пил. Да, опять он там полез. Ну, ладно, я думал, он сейчас упадет, и мы его ножом... Коконы пошли. Это твое. Бежим. Где? Это коконы, это тебе. Это не мне. А где тебя. Он? Ребята, я бесполезен. Коконы, я так понял, сами умирают. Я уже... А, не сами, кстати, да. Я спрей уже применил, потому что он сильно на меня упал. Он рестлер, понимаешь? Понимаю. У тебя, кстати, сколько там хп? Там же, наверное, покажем. Оно регенится, но оно пока не падает, когда я стреляю. Надо отходить. Поэтому нужен баланс. Баланс. А как тут определить, где ты закончила, блин, женщина? Женщины вообще такие существа, непонятно, когда они закончили, да? Я узди, брата. Ты-то когда закончил, ты понимаешь, а вот когда они, нет. Да, мне дают диплом. И при том они понимают, когда ты закончил тоже. Ой, так, ой, ой, что-то упало, что-то ты мне что-то дал, что-то мне дал, Русланчик, что-то мне дал. Кал? Что-то мне дал. 10 пистолетных патронов, нихера себе, вот это сказка, конечно, сказка. Спасибо, ёптерный театр. Я упал. Я упал. Хочу любви, тут коконы, Рус. Их много. Я понимаю, но что мне с ними сделать, я их не вижу. Блин, тетка, заверши уже эти свои движения. А, так сколько на походу, которых ты убиваешь, выпадает лут для меня. Походу, это так работает. Давай, вот убил кокон. А, меня шпарило. Да меня-то за что, сука, я ж тебя не трогал. А, фак, дедло. Я где-то тут все, патроны я взял. Я взял патроны, еще патроны. Ой, мне дали патроны на пятках еще. Мне дали на автомат немножко, хорош. Что случилось? Я умер. Не надо. Можешь меня понять? Бля, ты серьезно умер, что ли? Хорош. Хорошо, что шприцов нет, а бесконечно. Бля, я сейчас тоже умру, слушай. А тебя подхилило, когда я применил траву? Вроде нет. А, круто. Yeah! Он не падает? Что-то я не понимаю, что-то нарушилось. Да эта тетка нарушилась, она заебала, она не может никак давление сбросить. Так. Сейчас, у меня есть патроны, сейчас я попробую.
Блин. Так, вот, хрен живет. Все, я ему сраку подстрелил, давай, делай. Еще одна срака осталась у него, сбоку. Блять, какой он странный, он у него жизни капец много, он как это... Он реально Dark Souls. А, ну Capcom, о чем я, что я хотел? Ты ж Capcom. А, я сдох опять. Да, блять, ты серьезно что ли? Где ты? Я возле него. О, давай, я поверю. Ой, как жестко, ой, как жестко. Давай, давай, готовься. Сейчас ему сразу засовываем. И это за все, что ты сделал. Это за YouTube. Да, блядь, ты он заебал, ну как можно с ним драться-то? Невозможно, блядь. Я опять ему все патроны всадил в задницу, ему все равно. Блядь, что ему надо, я не понимаю. О, я ему в бочину хуйнул со снайпы, давай. Он опять там с рельс сошел, давай. Он упал? Да хватит тут ходить за парень. This is fun. Да запарила, снизь ты уже его, а? Не, она снизу снизится, когда мы пройдем его, но ты был прав. Да. Нет, Ладос. Да блять, ему со снайпы даешь, ему вообще все равно. У я что-то сделал, давай, Рус, беги, беги. Убивай. Убивай его, эту свиноматку. Так, свиноматка убита. Только кошечка. Ну вот тут метка показывается. Но куда стрелять-то надо, я не понимаю. Сейчас вылезет. Вот так вот, тепло. Давай, 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 давай. Что-то было, давай, давай. Давай. Это финально, это анально. Контрольная точка. Все, хорош. Мне надо тебя вырвать, по-любому. Надо тебя вырвать оттуда, по-любому. У меня кто есть, ты на спейсе. Тебя надо вырвать, нет, смотри. А, блядь, нажимаю. Сейчас я сделаю. Держись, мать его. Задержался. Это его фишка. Вот так вот шлепать. Не понимаю. Только не сначала. Не пожалуйста, только не сначала. Только не сначала. Фух. Хорош. Короче, мне кажется, можно было это за две заставки эту штуку всю провернуть. Мы просто не с того ракурса к этой хуйне подходили, когда он каменный. По-моему, это так работает. Хотя фиг его знает. Возможно, три раза надо его было твоей штукой садить. Как варик. Такое же бывает, ну, типа, три раза и потом делается, да? Да. А, тут надо обгонять полосочку, и все будет заебись, смотри. Все, я смог. Не, ну ты должен уже отъехать, чел, но это слишком для тебя. Ты все эфирное время занял. Бля, вся серия на нем, ты понял? И все нервы. И что? Все? Вот вам грамота. Ты давай починись обратно в человека, ты можешь? Я уже не жилец. Давай же, оставайся со мной. Ты выкарабкаешься. Простите. Подорожка, капитан. Подорожник на это? На. Да. Не, ну жалко Пирса, это был хороший тип. Да, пиздец, я не хочу. Ты поступил правильно. Но это последние, это последние моменты главы за них, потому что да. Мы уже поняли. Мы оба выберемся отсюда, ясно? Но оно уже ё-моё. Оно уже не зарастет, оно не срастется, Крис, ты... До свадьбы не доживет? Это не срастется. У него полтела оторвало там эти щупальца, это все, это ГГ. А есть у тебя чем хилить нас, не? У меня вот есть какая-то дичь, но она одна всего. О, трава. Только зачем она?
Тут уже травка не поможет. Это был один из самых жестких боссов, знаешь почему? Потому что даже в резике четвертом таких живучих не было. Есть чему поучиться? Есть. Я хочу ремейк шестой части теперь посмотреть, какой вот этот чел будет там. Ты хочешь? Да, в 4К. Ты бы хотел ремейк, чтобы мы шестую часть ремейк с тобой прошли вместе? Ох, давай, давай, имбуй, потому что мне нечем точно тут имбовать. Имбуй, пока молодая. Девочка, рая. Я девочка, танцуй, танцуй, пока молодая. Давай, давай, работай. Ножом не получится тут. Работаем, братья. А мне вот интересно, если бы... Ой-ой-ой, тут вылазить, давай скорее. Бля, больно. Не трогать Крисика! Ладно. Бля, последний этот, Акс Эффект применил. Как теперь клеить парней? Не знаю. Ты упал, ты упал. Теперь иди придется. Но это я упал, правда. Ты упал. И камня вниз. Прямо в доту. О, да. На самое дно получается, да? Ой, тут надо опять этот... Тебя нету рядом. Я тебя позаряжу. А, ты тоже крутил. А, да, я мог. Тебе надо конкретно прям быстро пробивать эти щупальца, потому что там была... Слушай, а если бы Пирс отъехал, ну, полностью? Чисто теоретически, как бы Крис эти стены пробивал сейчас? Ну все, да. Когда для все? Меня? Короче, это финальная наша с тобой... Это база разрушается, это наша финальная с тобой, как понимаю, трасса, понимаешь? Это финальная. Поэтому давай разрушай. Все это я дело. Не могу забежаться зарядка. Все, беги, Влад, беги. Давай, 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 давай. Работай. У тебя что-то очень долго заряжается зарядка. Да, прям как жизнь. Все, все, мы почти у цели. Рус. Бегу, бегу. Ты нужен нам. Ты нужен дверям. Давай, ты нужен этим дверям. Хорош. Все, Рус, это финал главы. Бежим. Не падай, главное. Должны показать заставку, где ты излечишься, или хотя бы тебе имплант вставят вместо тебя. И потом киберпанк. Родную руку уже ты там не увидишь, мне кажется. Есть такие подозрения. Да-да-да, что-то закрадываются немножко. Ну не, ну блин, ну жалко его, если чё, как бы. Да, не надо было в ту общагу идти. Жесть. Ну что за ГГ? Видишь, мы практически выбрались. Он уже не я видит, не вижу, у него же глаз нет. У него глаз нет уже, ёб твою мать. Ой, сейчас взорвётся. Это этот, синтол подкачался. Осуждаю, ребята, никогда не делайте это. Мы не приветствуем этого. Мы это не приветствуем, мы всякие вещества мы не рекламируем. Ту-ту-ту. Кроме Imba Energy. Ну да, со вкусом хентая желательно. О, ну просто все. Герой. Ну все, это ГГ, он себя забальзамировать решил, закрыть там. Все, езжай в седьмую часть. Нет, не делай этого, черт возьми, послушай меня. Да черт тебя дери, слушай меня. Мы еще можем выбраться вдвоем. Еще есть время. Что ты делаешь? Пошел ты. Нет, Пирс, нет, ты сможешь спастись. Проклятие, Пирс! Пирс, open the goddamn door! That's an order! No. Все, полетел. Такой конец Пирса. Ну это пиздец, что я могу сказать? Да. Это ГГ.
И взорвалось, что ли, все? Нет? Ты, моя рука взорвалась. Да, да ты сидишь! Что? Каков? Я надеюсь, это не пирс в него превратился. А может сейчас... Там же типа геном от него, наверное, был. Ёб твою мать. И взорвется сейчас все. Последняя Чидори ради Криса. Да, да, да. Самое крутое. А почему, почему многие шестую часть хуесосили в отзывах? Она же охуительная, если не считать вот эти камеры. Да, тут есть кунг-фу, классный сюжет. Ну, тут все жанры, во-первых, смешаны, во-вторых, тут да. Очень красиво все сделано в заставках. Да, я бы на ремейке с удовольствием поиграл в это дело. Если когда-нибудь я доживу до него с тобой. Fuck yeah. Я надеюсь, ближе к шестой GTA-шке и шестой ремейк выйдет. Надеюсь. Я не уверен, конечно, пятый будет. Наверное. Не, ну жестко, жалко Крис у этого пирса, но это жестко. Да. Теперь вот он на пирсе один стоит без пирса. That was deep. Wordplay, yeah. Это ада? Из ада. Нет. Его не остановить. Вообще, да. Все, концовочка, последняя глава была. Гейм-дизайн Джиро Таока, Казунори Кадои, Хироши Ямашита, Фумиаки Иваока, Мицуру Эндо, Хироюки Ямато. И очень быстро все идет вверх, я не успеваю читать. Как будто Сачика Иномае, Коджи Тамаки, Такахиро Цубой, Дайсуке, Дайска, да, правильно, Дайска говорить. Кенджи даже какой-то есть, Юичи, Кенши есть, понимаешь, из Мартухи. Там. Мисс Минами О. Мисс Минами? Просто мисс. Аманы Миса из «Тетради смерти», что ли? Даже она, представляете, писала сценарий, ебануться. Ну, что я могу сказать? Это было хорошо. Это было хорошо, и это не скипается, да? Или ты нажал куда? Нет, вот. На Backspace. Backspace? Вот так вот, ребята. Мы прошли вторую главу. Так, заставка еще одна пошла, смотри. Тоже, да? Да. Это он закончил воспоминания. А, так это все флешбэкс, да, точно. Не, это все сон. Это все были воспоминания, теперь можно поесть. Вначале же были, да, вспоминал. Так, пирс. Капитан. У нас новый приказ. Ну что ж. Значит, пора двигаться. Это новый, кого он проебет? Да, замена пирса. Бля, какой он крутой все-таки этот. Крис, но пирс был круче сегодня. У него была такая мне рука. Печально, мне печально, конечно, это видеть. Resident Evil 6. Прошли пол игры основного сюжета, получается, с тобой? Я думаю, даже 60%, там только остался Джейк и этот. Пройти... По-моему, там, знаешь, есть одиночная за аду, если я не ошибаюсь. Так ты без меня играл. Нет, если не ошибаюсь, я не уверен. Кстати, нам нужно будет потом вот с этими талантами что-то с тобой придумать. Может даже где-то и после игры покачаться, посмотреть, до какого предела можно тут сделать все, да? Ты не против? Fuck yeah, fuck yeah. Нажимай, посмотрим, что будет дальше там.